Хип-хоп в жизнь Дениса Иванова ворвался вместе с программой «До 16 и старше». Более тесное знакомство с молодежной культурой продолжилось благодаря местному эфиру. Как-то из сюжета «СТС Курск» Денис узнал о существовании команды брейк-танцоров в городе. Он даже пришел в редакцию, чтобы узнать их координаты. Так он познакомился с бибоями и овладел их искусством. В танце в большинстве своем уже придумали для тебя что-то. И ты просто это повторяешь, учишь. Вот. Ну и к тому же это травмоопасно очень. У меня после вращения на голове долго зарастала тут плешь. Даже несмотря на то, что крутились там в шапках, да, подкладывали что-то. Вот, но все равно здесь около полугода у меня вот эта движуха была. Вот. И как-то плавно так перешел к музыке. Параллельно увлекаясь еще граффити. Мы что-то пытались рисовать, и даже был привод у меня в милиции. Граффити, брейкданс – это неотъемлемые составляющие хип-хоп-культуры. В этот список Денис еще добавил баскетбол и экстремальные виды спорта. Основой, безусловно, является музыка. Ей он и посвящает большую часть времени. Денис называет себя рэпером старой школы. Как и многие известные американские MC, свой путь в шоу-бизнесе Денис начинал практически из трущоб. Первое выступление было, когда знакомый Ванька еще в Фонарях. Это было местное ДК, его попросили выступить. Вот. И, по-моему, он тогда читал текст мастера Спенсера под его же минус, короче. Ну, об этом знали только он и я. Кто такой мастер Спенсер, даже сейчас в России никто не знает. Вот. И, ну, и как-то ему, походу, было стрёмно просто одному выступать. Он говорит: «Дэн, пойдем, поддержишь меня там на бэк». Как по сценарию голливудских фильмов, Денис, увидев полный зал, забыл весь текст, но взял волю в кулак и начал импровизировать. Бормотание в старый микрофон было воспринято публикой на ура. Он продолжил читать рэп со сцены, только теперь не учил чужие тексты, а писал свои. Уже через пару лет он собрал свой первый зал, правда, не концертный, а зрительный, в кинотеатре «Родина». Получается, там около часа мы выступали, представляешь? На волокно, я повторю. И там были песни, вот как раз со второго альбома, например, «На курок нажимай, стреляй», мы орали. Честно, мы думали, ну, нас либо там убьют потом после этого концерта, либо пацаны будут жать руку. Ни то, ни другое не произошло. Мы когда вышли со сцены, просто, ну, там был ступор у людей. Денис придумал себе сценическое прозвище «Денвер» и вместе с другом Димаком в 2002 году создал хип-хоп-дуэт. Команда несколько раз меняла название, но стала популярной под именем «Блокшот». На счету ребят два альбома и несколько видеоклипов. Тогда писался рэп для рэпа, а сейчас это все-таки более осмысленно как-то все. То есть я считаю, что я лучше напишу песню раз в полгода, но мне будет за нее не стыдно, чем штамповать и надевать на себя какие-то маски, там, вот этих вот гангстеров, там, еще кого-то, да, играть в рэп. Я не хочу играть в рэп. И последние песни, они очень, ну, они в полной мере отражают картину происходящего на данный момент со мной. Наиболее известные их треки призывают слушать правильный рэпчик и заниматься спортом. На последнюю композицию ребята сняли клип. С видеорядом проблем не возникло. Они просто запечатлели на камеру свои будни. Давай заниматься спортом. Вот будем мы атлеты. Давай заниматься спортом. Давай. Ешь больше котлеты. Да я борьбой занимался с детства. Прямо с первого класса. Только тогда это было не дзюдо. У нас была школа самбо. Печоре. А дзюдо вообще не было никакого. Вот. И просто с другом ходили. Да, и все. 5 лет я там боролся, занимался. Вот. И последнее соревнование я выиграл Республику Коми. И уехал оттуда. Все сюда. И здесь уже просто 8-9 класс я учился в Панырях. Там не было никаких секций. Сейчас Денвер посещает неделю не менее 3 тренировок по дзюдо. А еще несколько лет назад практически каждый вечер выступал в ночных клубах города. Проект «Блокшот» временно заморожен. Димак уехал покорять столицу. Каждый из них сейчас пошел своей дорогой, хотя признания широкой публики они добились в дуэте. Влад Валов, он уже как традиция организует каждый год, ежегодный международный хип-хоп-фестиваль «Rap Music». Вот по версии этого фестиваля мы попали в 20-ку лучших по России СНГ. Выходили на сборниках и так далее. То есть там сотрудничали с еще одной выпускающей компанией, которая мощная дистрибьюция по России. То есть выходили на разных R&B там сборниках и так далее. Ну, своего рода, я думаю, мы все-таки что-то сделали. Ну и я надеюсь, что будем делать дальше. А пока Димак налаживает связи в столице, Денвер собирает информацию о ситуациях на дороге. Работе известным рэпером он предпочел должность местного радиоведущего. Ему уже 27, и как опытный артист, сейчас он предпочитает продвигать молодых перспективных MC, записывая их треки в своей домашней студии.